Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня я расскажу, как сделать очень быстро вареную картошку. И делать мы ее будем с вами в микроволновке. Для этого нам надо ее почистить. Так, теперь мы ее разрезаем пополам. На маленькие дольки, чтобы она пропеклась быстрее. Убираем мешок. И также поступаем со второй. Кладем ее на тарелку. Чуть-чуть ее так вот перекручиваем. И вот так вот убираем этот хвостик. И убираем в микроволновку на 15 минут. Так, достали. Теперь мы аккуратненько ее открываем, потому что там находится очень горячий воздух, чтобы их им не вдохнуть. Она так ароматно пахнет. По-моему, мне кажется, она даже немножечко поджарилась. Смотрите. Смотрите, получилась вот такая вот вкуснятина, поджаристая, вкусная. Добавила я еще зеленый лучок мороженый, у нас зима пока что. Вот, ну можно и свежий даже вкуснее будет. Специи добавила, она такая получилась поджаристая, очень-очень вкусная. Ну и также посолила маслице, как бы соль, это очень вкусно, именно вот когда еще соль добавляешь. Вот это порция моего сына. Здесь я тоже самое все добавила, только в количестве немножко поменьше. Вот. Ну, конечно, это у нас с сыном не только сегодня одна картошка, а то вы сейчас скажете, ты его так мало кормишь. Нет, у нас еще салатик. Вот салатик, это мой. Сын салат не любит, он любит вот так. Я ему так делаю. И еще много всего, так что не переживайте. Вот, готовьте вместе со мной. Это самый такой простой рецепт, очень быстрый, когда не успеваешь что-то приготовить, когда торопишься, забросил в микроволновку и все, и занимайся своими делами. Достал, порезал, покрошил там это, добавил, все, все готово. Сейчас мы с сыном будем садиться и кушать. Также можете посмотреть наши влоги, как мы с сыночком живем, как у меня сыночка развивается, ему уже 2,7, скоро будет 3 годика. Обязательно посмотрите нас, обязательно подписывайтесь, мне будет очень приятно. Пишите комментарии. Комментарии открыты под обыкновенными видео, под видео, где с сыном. Они, к сожалению, закрыты. Вот. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.